Дорогие друзья, заканчивается 2023 год. Этот год был трудных испытаний и больших возможностей. Нам за этот год целых 3 раза блокировали парки из-за того, что мы старались сделать максимум, чтобы вы зарабатывали. Давали вам доступ в диспетчерскую, давали вам возможность закрывать по счетчику, давали вам промокоды и занимались другими вещами, из-за которых имели серьезные проблемы. Тем не менее, мы смогли восстановиться, мы смогли сделать новые классные сервисы для вас в этом году. Мы создали систему SOP, систему экспертов, чтобы каждый из вас получал оперативный и качественный сервис. Я благодарю всю команду, которая нам помогает делать для вас классные инструменты. Мы благодарны компании Яндекс.Такси, которая, несмотря ни на что, поддерживает нас, вышла с нами на диалог и помогает нам в развитии, решая какие-то вопросы. Благодарны компании CityMobile, которая все время с нами и которая, несмотря на все их трудности, тем не менее, все равно пытается создать хоть какую-то конкуренцию в рынке для того, чтобы даже если вы не можете работать с других агрегаторов, вы все равно зарабатывали деньги. Благодарю наших партнеров, компанию Taxi CRM в лице Максима и директора Вадима. За этот год, благодаря вам, более 800 тысяч людей смогли попасть из точки А в точку Б, и вы сделали 830 тысяч поездок. С нами работало за этот год более 4 тысяч водителей. Мы благодарны каждому из вас. Спасибо большое, что несмотря на все проблемы, на все трудности, вы все равно доверяете нам, поддерживаете нас в нашем непростом деле. За это мы платим вам честностью. Мы всегда открыты для вас и готовы делать для вас лучшие условия. Этот год нам удалось выплатить более 1 000 000 рублей нашим лучшим водителям из топ-20, потому что мы каждую неделю помогаем и поддерживаем тех водителей, которым действительно нужны деньги. Нам удалось открыть парк не только в России, но и даже в Бишкеке, для того, чтобы водители из Киргизии тоже могли получать достойный сервис. Я благодарю экспертов, которые готовы 24/7 помогать нам делать так, чтобы вы получали качественный сервис, выключать вам наличные, менять машину, отменять заказ в Яндексе, если попался какой-то совсем уж неудачный клиент, либо решать проблемы с деньгами, если, например, они возникают. Спасибо Руслану, спасибо Альберту, спасибо Дмитрию, Александру, Артему, Антону, Максиму из парка МИМ и всем другим ребятам, которые нам помогают развиваться. Потому что один я бы ничего сделать не смог. Все это благодаря вам. Я благодарю юристов Дмитрия и Михаила, которые в сложные ситуации в нашем парке нас поддерживали и помогали. Спасибо большое нашим девочкам из техподдержки, Лене и Алине, за то, что они каждый день трудятся над тем, чтобы ваша работа была проще. Спасибо моим близким, моей семье, которые поддерживают и помогают мне в этой непростой деятельности. Отдельное спасибо Виталию из группы «Такси Питерчат», который все это время помогает в нашем развитии и поддерживает наш парк. В следующем году мы планируем еще больше развиваться. Мы планируем наконец-то доделать смены долгожданные, которые мы хотим, сделать классные новые фишки в нашей супероперативной поддержке SOP и открыть новые для вас возможности. Спасибо всем, кто был с нами в этом году. Спасибо, кто с нами остается. Спасибо за ваше доверие. И всем желаю любви, удачи, здоровья и благополучия. Всем удачи в новом году. За вас. Ну что, коллеги по цеху, поздравляю всех с Новым годом. Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и больших-больших заработков в новом году. Дай бог, все приложится и все у нас будет хорошо. С Новым годом! Дорогие участники такси Питерчата, поздравляю вас с Новым годом. На это мы, конечно же, не поедем. Желаю вам зеленых светофоров, фиолетовых, а вот на это поедем, фиолетовых зон как можно больше и исключительной удачи и везения в нашем нелегком труде. С Новым годом, товарищи! Дорогие коллеги, поздравляю вас с Новым годом. Пусть этот год будет продуктивным, успешным и перспективным. Желаю каждому счастья и добра в доме, здоровья и успеха вам и вашим близким. Больше креативности и уверенности в наших общих делах. Всех с праздником!
дорогие друзья, уважаемые коллеги и просто классные водители нашего золотого парка. Я от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть Новый год принесет вам только позитивные эмоции, отличных пассажиров, побольше чаевых, ровных дорог. Проводите как можно меньше времени в автомобиле и как можно больше времени со своими друзьями, со своей семьей, со своими любимыми. Пусть ваши желания всегда совпадают с возможностями. С наступающим Новым годом! Всем привет! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Счастья вам, здоровья, всего самого хорошего, всех благ! Верьте в чудо, оно обязательно произойдет. С наступающим! Всем вечер добрый, ребятушки, коллеги! Хочу поздравить с наступающим Новым годом! Пожелать крепкого здоровья, стабильности, финансовой независимости. Вы большие молодцы. Саня, у тебя отдельный респект, у тебя большая команда, так держать. Мы, как говорится, проводим старый Новый год, чтоб все старое в Новом году осталось, соответственно, плохое. Ну и в Новом году, чтоб все было четенько, все ровненько. Без запиночки, без задоринки, но тем не менее, как бы, всех обнял, респект, работаем. Как говорится, с наступающим. Добрый вечер, дорогие коллеги. Всех поздравляю с наступающим Новым годом и желаю, чтобы следующий год был еще лучше предыдущего. Дорогие друзья, коллеги, от лица сообщества такси Питерчат хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Надеюсь, в этом году Яндекс не будет сильно усложнять нам жизнь своими нововведениями бесполезными. Правительство хоть чуть-чуть отстанет от сферы такси, даст нам хоть заработать. В этом году особенно было заметно, что очень много новичков приходят в чат и в такси в частности. Мы подсказываем, делимся опытом, какими-то знаниями. Хочу поблагодарить вас, что вы остаетесь с нами. Надеюсь, в этом году мы будем расти еще больше. Приглашайте друзей, коллег, будем вместе общаться. Хочу отдельно поблагодарить парк «Золотой», это даже не парк, а сообщество парков, за стабильную работу, моментальные выплаты всегда, кстати, когда даже у них проблемы какие-то были с самим парком, с Яндексом, какие-то блокировки, но деньги можно было всегда отдельно вывести. За это спасибо, скажу отдельно Александру, директору парка. Очень честный и соучастный такой, знаете, в любую проблему вписывается, всегда готов помочь. Большое спасибо, Александр. С наступающим вас 2024 году. Ну что, с наступающим, хоть я и не отмечаю. Грядет год дракона. Дракон — это тот же петух, только гребень во всю спину. Поэтому хай в этом году нам поменьше встречается петухов и оленей на жизненном пути. Добра, здоровья, душевного равновесия и благополучия. И чтоб этот год был не последним.